Когда-то на стадионе «Спартак» тренировались легенды отечественного спорта. Затем наступили годы запустения. После реконструкции на объекте началась новая жизнь. Чуть больше года назад залили каток. Летом профессиональные спортсмены здесь катаются на роликах, зимой на коньках. Возраст спорту не помеха. Валентина Панькова недавно переехала из Курска в Звенигород, поближе к детям. В августе записалась в клуб «Активное долголетие». В свои 75 лет открыла для себя скандинавскую ходьбу. Сначала я ходила просто в парк городской и ходила как надо, что положит. То есть я, конечно, неправильно ходила. Как хотела, так ходила. А здесь мне инструктор наша Маша, она показала все нюансы, как правильно. Скандинавская ходьба отлично подходит для старшего поколения. Этот вид спорта не нагружает суставы, зато помогает подкачать мышцы рук и спины, улучшает осанку. Тренировка длится около 55 минут и проходит два раза в неделю. Сначала мы проходим по стадиону два разминочных круга, затем мы выполняем разминку без палочек, разминку с палочками. И сама основная часть занятия – это прохождение по стадиону несколько кругов. Спортивная жизнь на «Спартаке» кипит. Зимой он пользуется большим спросом. В будни его посещают в среднем 200 человек, а в выходные число гостей доходит до 500. В планах установить на стадионе станки для заточки коньков и сделать наглядный прейскурант в стилистике «Зима в Подмосковье». Карина Еряшева, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».